start sezonului estival și sărbătoare la școala internat din satul Popenchi, raionul Râbnița. Cei peste 170 de copii de aici și-au început vacanța mare cu masterclass la arte marțiale, un concert și multe distracții. Potrivit organizatorilor, discipolii școlii de arte marțiale din Râbnița, dar și sportivii din Rezina, au venit să-i distreze pe copiii de la școala internat din Popenchi. Мы рады сюда приезжать. Каждый год мы приезжаем сюда, радуем ребят. Мы уже стали друзьями. Сегодня мы ребятам показывали мастер-классы спортивного клуба единоборств, универсального рукопашного боя, также секция дзюдо. Продемонстрировала свои умения, ударную технику, бросковую технику, удушающие приемы показывали. Девочки от отделения танцевальной аэробики показали свое мастерство в танцах, показали флешмобы, которые мы тоже уже давно танцуем. Также у нас были представители из спортивной школы города Зины, дзюдоисты. Мы приехали с целью поздравить детей, пожелать им самого хорошего, развеселить их, так как помочь им, так как они без родителей, и сделать веселую обстановку. Спасибо Богу за вас, мои друзья, выручали не раз, верность храня, пусть этой дружбе вовек не будет конца. Пели всем интернатом, потому что эта песня стала для нас как бы своеобразным гимном, ну, для нас. И мы ее первый раз услышали, и она нам очень понравилась. Это в лагере «Живая вода». И мы там были все, и все ее запомнили, всем она понравилась сразу же. И поэтому я как бы раньше просто пел, а сейчас я уже научился играть на гитаре, я уже как бы играю. И многие другие песни я тоже играю именно из того лагеря, потому что они нравятся детям, они нравятся мне, они нравятся... И всем, даже взрослым нравится. În această vară, copiii de la internatul din localitate se vor odihni nu doar în satul Popenchi, dar și vor beneficia de condiții sanatoriale la o tabără din Dubăsari. Мы с 1 июня начали летнюю оздоровительную кампанию, которая продлится до 30-31 августа. Сейчас в наличии у нас 130 детей в школе-интернате и 40 детей в детском доме. С 12 июня по 50 человек мы будем вывозить детей в лагерь оздоровительный город Дубасары. Каждый ребенок практически будет оздоравливаться в этом лагере. 130 de copii se află în prezent la școala-internat din Popenchi. Alți 40 se află în orfelinatul din localitate. Marina Angel, Ruslan Șolcan, de la Râbnița pentru Elita TV.